Ну как? Есть новости? Ни черта. Очередной поехавший придурок заплатил за свои вопросы. Это неожиданно хороший результат. Теперь мы знаем направление. Мы продвинулись в поисках. Стой, ты сделаешь только хуже. Да я понял, я понял. Так, у нас проблема. Мятежники заминировали дорогу на восток, которая нам нужна. Чтобы проехать, нужно договориться с Корриганом, гранд-маршалом траншейного города, а он с незнакомцами не церемонится. К счастью, я сказал той юной леди, что мы едем на восток, и теперь... Ты растрепал, куда мы едем? Да, я бы и не стал, но оказывается, она с Корриганом. Она ему нас представит, если мы поможем ей доставить груз. И что это за груз? Побрыкайся мне еще. Я с тобой сразу покончу. Всегда можно все исправить. Ты? А ты кто? Чанна? Я сбежала на край света, чтобы в этой жопе встретить тебя? Чтобы ты водкой захлебнулся. Я не удивлен, что тебя снова повязали. Курва. Это девчонка. Она твоя знакомая? Это было очень давно. И у нее есть повод тебя ненавидеть? Несколько. Я осмотрюсь. Что это за место? Этот перевал – зона маршала Калина между городом в ущелье и траншейным городом. Вся древесина на постройку траншеи идет отсюда. Раньше тут был лес до самого горизонта. Осталась одна грязь. Та женщина. Кто она? Не пофиг ли? Высадим ее скорее и отправимся дальше. М? Вот и все. Я полагаю, не все. Тут кто-нибудь есть? Эй! Эй! Тут есть кто? Я не могу выбраться со склада, тут повсюду эти гады! Эй! Вы что, меня умирать тут бросили? Эй, слышу тебя. Уже иду. О, слава богу, спаси! Тут записи. Ой, тить меня. Обалдеть. Ух ты. Ну, наконец-то, мать вашу, они прислали ума! Как мы должны удержать этот дом? Я здесь не ради вас. Черт! Нам нужна помощь! Мы потеряли связь с нашим лесным поселком в долине. Может, мерзкие твари уже обладали лица моим рабочим? Я не знаю! Это что у тебя? Вряд ли здесь такое одобряют. Одобряют? Ты шутишь? Если мы не будем это принимать, нас пошлют в зону обломков. Это притупляет чувство голода.
Говорят, через 10 лет у меня будет от этого рак. Но тут все равно никто столько не живет. А что там с лесными поселками? Кто-то пытался разобраться? Я посылал людей. Нам нужен этот лес, чтобы укрепить траншеи. За любые задержки мы платим жизнями. Но никто не вернулся назад. Я знаю, у тебя дел по горло, ты же ведь Алиум. Но, может, ты узнаешь, что там случилось? Ты получишь свою долю. Я помогу. Но только один раз. Ничего им не давай. И ничего Калин, у них не будет. Где находится лесной поселок? На лифте можно добраться до центра. Я бы не стал сражаться с другими алюмами. Позвал. Брал бы себе все, что хочу. Нам повезло. Эй, алюм, слышишь? Выясни, что за хрень там творится. Нужно вернуться к работе. Да, понимаю. Я человек дела, понимаешь? Я дал гарантии и должен слово свое сдержать. Работу нужно возобновить, ты понимаешь? С трудом. Дайте знать Корригану. Скажите, что лагерь под контроль. Он получит первую поставку завтра. Зачем Корригану захватывать лесной поселок?
нас, ты слышишь Корригана! Ладно, давай идем. Что? Как? Опять новые хозяева? Новые хозяева? А старые-то где? Я не знаю. Кто-то приходил от Корригана, да. И всех убили. Ну, неважно. Мы делаем, что говорят. Валим лес, носим воду. Плевать, кто нами помыкает. Да хренам это все. Тут только я. Ты свободен. Нет, нет, нет. Чего? Нет. Позволь остаться. Они опять пошлют меня на войну. В траншеи. А здесь я работаю. Меня тут кормят. Прошу, поверь. Ну, ладно.